Друзья, всем привет, с вами Геленджик Лайф, и сегодня вот мы встретили нашего замечательного зрителя Елену. Хотим задать пару вопросов. Вообще, как вам Геленджик, что побудило вас сюда приехать, и вообще нравится ли отдых в Геленджике? Отдых замечательный, город изумительный, все очень нравится. Сегодня жарко, мы привезли сюда жару неделю назад, прорвались через кордоны разные. Ездили сюда 2 года подряд. Гости к соседке в городе Ижевске, которая у нас была. Угу. Ездили, она уезжает туда на лето, а мы сюда на лето. Хороший обмен, да. Хороший обмен, при том, что это... Купались уже в море? Конечно, купались. Море теплое, мы купались уже с понедельника. Море теплое, хорошее, чистое. Угу. Любимые пляжи в Геленджике уже есть у вас какие-то? Ну, городской мне нравится. Который в центре? Да, песчаный. У Лермонтова мы вчера купались. На Кавказе камни. Вот, как бы, там теплее, но идти больно. В тапочках ходила вчера нормально, хорошо. Так что все. А место расположения? Вот вы, получается, наша соседка живет. Да, в Азимуте, да. Как вам дом? Как вообще дом нравится? Замечательный. 2 раза спускалась сегодня пешком. Лифт красят. Да, красят у нас. Наконец-то выбили, чтобы лифт покрасили. Ну, нормально, спускаться неплохо, подниматься тяжеловато. Нет, дом хороший, мне нравится. Квартира шикарная, большая, как бы это. Ну, вид на море, просто вот 500 метров море. 500 метров в горы, я всем так рассказываю. А в горы уже поднимались? Да, ну нет, пешком нет. На канат, в сафари-парк. Да, вот мы хотели узнать, как это подниматься. Я видела ваше видео, где грибы искать, у меня муж грибник. Ну, с грибами сложновато, да, а подниматься лучше, когда попрохладнее будет. Ну, понятно, потому что в такую жару никто не поднимается, очень жарко. Ну, это муж, раз будем жить, то уже когда-то поднимемся. А в планах хотите переехать, да? То есть... Мы сейчас вот оформляем квартиру. Ага. Вот прямо сейчас. Но на Солнцедарской, не здесь. С северным, да? Угу. Если не ну, хотя бы зацепиться пока, а потом 300. Это на кого-то квартира, да? Да. В доме? Нет. Дом, он в Солнцедарском, он кирпичный. Угу. Вид у него на храм. Угу. Стадион видно и море кусочек видно. И как бы... Как? Ну, то есть это не кубанская марка? Нет, не вначале хотели кубанскую марку, нас отговорили, сказали, не стоит туда. Ну, у вас там автономное отопление, газ? Нет, да? Автономного, газ, но газ. Не автономное отопление. А, центральное отопление? Газ, потому центральный. Потому что 90-го года или начало 2000-го я забыла. То есть это старый жилфонд, но с ремонтом, да? Да, то есть с каким-то, с техникой, все, мы как просто заезжаем и живем. Ну, мне кажется, переехать самое главное, а потом уже спокойно, да, потом можно, если что, там, куда-то в другое место. Спасибо за отзыв, очень приятно вам было. Вам спасибо за ваше видео. Ну мы как вообще в жизни-то хоть сильно отличаемся от тех, которые на экране? Нет, такие же. Вообще, такие же. Хорошо. Ну, ладно. Вообще. Спасибо большое. Я переживаю, думаю, у меня может быть это... Да, узнаю, это знаю. Да, вас видела мельком тут, просто не подходила. Да, с собаками. Вику видела тоже. Да, мы гуляем. Бегом, бежали. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Вам хорошо переехать сюда, потому что город, где сбываются мечты, я думаю, что можно будет и да, потом да, дальше. Да, спасибо вам за ваши хорошо. Видео, говорю, прямо вот соблазнили. Я всем их показываю, они тоже все хотят сюда. Ну, хорошо, значит, будем ждать Ижевск сюда в гости. Да, хорошо. Спасибо вам большое, ага, до свидания. Спасибо, Саня.